очень такие вкусные, приятные, привлекательные, фруктово такие именно гурманские ароматы. И Silver и Gold, в принципе, у них похожи пирамиды, вот. Только Gold, он более насыщенный, более душистый. А Silver более мягкий, но они идут оба в одном направлении. Шафран, абрикос, белый кедр, уст, карамель, шоколад, ваниль. То есть такой сладкий, душистый, приятный. Ну вот кто любит вкусные ароматы, вот как раз такой вариант. Но все равно вот не примитивная такая слащавость, а вот благодаря древесине, мягкой древесине, все-таки древесина облагораживает. Особенно наличие уда карамели в ноте сердца, оно вот сглаживает. Уд дает более породистое звучание, да. Если убрать уд иногда из многих ароматов, то получается просто, ну как бы, сладкая карамель. Очень вкусный, да. Тем более сейчас это, ну, время этих ароматов. А, золотой, да. Вот именно... Эти оба аромата, они как раз сейчас. Холодная осень, зима, потрясающе. Потому что летом, когда он появился, немного их многовато было. Ну, они немножечко вот в жару. Да, да. А вот время их сейчас. Ну и Silver. Бабетонка тоже дают шоколадный аккорд. Но вот ноты герани, которые немного, ну, сдвигают аромат. В пользу свежести, амбра, ветивер, мускус. Мы предлагаем сделать перерыв.